Это я пришла на терапию со своей дочерью, пока она у логопеда. Это вот Байерische Platz. Ничего так, парк есть. Сейчас иду в банк. Потом пойдем с дочерью по магазину. Это немножко подальше от нас. Минут 20, наверное, на метро ехать. От меня. Сегодня у нас опять жара. Невозможно. Вот моя написана шпаркасса. Это банк. Туда мы заходить не будем, насколько я знаю. Нельзя с камерой в банк. Вроде бы, насколько я помню. Но как-то так. Ну вот она такая большая. Тут пойду сниму наличные, а то тут в разных кафе по карточке не рассчитаю. Такой уютненький старый район. Тут разные кафешки. Тихо, хорошо, вроде и у дороги. Там он вдалеке, аптека. И вон прям сидят на это, корона этот тест делает. Теперь мы едем домой. У нас в Берлине все копают, что-то ремонтируют. И нам никак, не знаю, как мы теперь поедем. Одну сторону, как раз куда нам нужно, она закрыта на ремонт. Придется нам, наверное, проехать одну остановку и потом перейти, чтобы выйти, потому что здесь нет выхода. Придется ехать вперед, а потом пересаживаться в обратную сторону и ехать. Вот, все закрыли. Самира, вот теперь мы едем обратно, да? Самир? Мама, пожалуйста. Не хочу, мальчик, такие. Наконец-то приехал. Сейчас поедем, да? Вот такой у нас метро. Красивая мозаика у нас. Чё ты там хочешь? Чё хочешь-то? Ничего. Ну? Метро хочет. Ну, пойдем наверх. Обычно у нас метро не такое глубокое, но здесь у нас там речка, поэтому так как прям в России, в Питере, глубоко немного. Мы идем, вот танцует моя девушка. Мы идем на этот, там старый город, и там торговая такая вся улица. Вот там у нас есть кинотеатр, местный такой наш. Сейчас покажу, найдем. Он маленький такой. Вон там написано кино. Вот тут, слава богу, все открыли. Это турецкий магазин. Слава богу, все открыли, все рестораны, все сидят, балдеют. Ну, стоит у нас там, сейчас не видно, 16-28 градусов. Классная погода. О, сколько у нас голубей. А еще больше их у меня на балконе. Не хочет моя красавица сегодня быть фотомоделью. Вот у нас здесь веселуха. Можно детям тут пофрыгать, поиграть. А тут магазинчики. Пойдем зайдем этот крем. Купим, а то завтра они идут на Ausflug. Ну, короче, идут в какой-то парк, поэтому нужно, чтобы не сгорели. Вот мы в магазине Вольвард. Чего тут только нет. Купила дочке этот пистолет. В воду играться.
так много всего тут. Давно тут не была. Какие прикольненькие штучки, 5 евро. Люблю всякие декорации. Это все для гриля, для пикников, грилев. Тут 2 этажа, это такой подвал, можно сказать, всякая посуда. Розочки иногда такие покупают для своих работ. Моя звезда уже ушла в отдел игрушек. Что-то там нашла. Самира? Самира, тут же для бэбиков. Ты уже большая. Ну понятно, тут все такое маленьких. Ты же не маленькая. Тут волейбол. Матео нужно купить вот это. Вот это бокс. Или тебе. Ты что там нажала, что она мигает? Волейбол. Там школьная дальше для поделок и детский отдел. И все для дома. Все хорошо, но мои как-то подвыросли. Тут размеры им все уже почти маленькие. Не найти ничего. Что, ты уже спишь там? Всякие футбольные тематики для фанатов. Целый магазин, блин. Вот. Да, народу куча. Даже играют тут. Для шарманки нет, бывает тут на шарманке играют. Вот так. Еще тут бывает это такой базарчик продают. Сегодня нет. Что-то моя дочь испугалась. Что-то летает. За птичками охотилась. Моя дочка не хочет сниматься, пошла денежки ложить в кофе. Вот так у нас стоянка велосипедов. Стоят на замочках, но стоят. Идем, танцор. Весело, сегодня народу много. Все гуляют, хотя не выходной. А это у нас сделали такое, что смотрят футбол. Сейчас же футбол идет, чемпионат Европы, насколько я помню. Вот все флаги, пейте пиво, и телевизор стоит. Вот. О, на каждом углу этот играют. Точнее, смотрят, как играют. Встретила знакомого. Мне объяснили, кто играет. Что-то в этот раз я как-то не слежу. Кто играет? Оказывается, играет Турция с кем-то, не знаю. Вчера немцы играли, по-моему, проиграли. Сегодня маленький базар турецкий. Все свежее, вкусное. А вот небольшой базарчик перед метро. Уже почти все закончено. Привет! У нас сегодня снова жара, но школа еще не закончилась. Но они сегодня не учатся, а идут в какой-то парк отдыхать, там типа пикника, наверное.
насколько я понимаю. Да, девушка? Не хочет она никак сниматься. Что-то первый раз вижу, у нас пробки. Машины стоят. Странно. Утром, может, потому что рано. Моя звезда. Сумка, как всегда, у меня. Теперь я поняла. Точнее, сказали мне, почему у нас такой штал на нашей обычной дорожке. Потому что рядом с нами находится автобан недалеко. И там, по-моему, ремонт. И все вот он тут, автобусы большие, которые все города ездят между городами. Потом еще тут строительный транспорт ездил и все остальное. Поэтому автобусы, и даже автобусы идут теперь с другой стороны. Нету на нашей остановке автобусов. Да. Но бывает иногда. А так обычно здесь не так много машин. Всем доброе утро. Я вот сейчас дочку отвела в школу. У нас уже сегодня пятница. Это вот дорожка от школы к моему дому. Здесь у нас частный сектор. Такие свои домики небольшие. Очень симпатично. В основном редко на одного хозяина бывает, на двух и более хозяев такие дома. Так что в России еще круто живут все, имея большие дома. Здесь, если есть дом... Не, есть, конечно, и на одного хозяина большой дом, но вот как-то бывает, очень часто встречается, что и на... Одно, на двух, трех даже. Это у нас тут стоматология. Тоже в частном секторе. Там вот такой домик выстроили. Он тоже какой-то частный, но большой. Квартиры там. Здесь у нас еще где-то собачка бегала все время, охраняет. Маленькая такая, но горластая. Здесь такой типа этого дуплекса, или как там его называют. Тоже два выхода, два хозяина, небольшой, но свое. Давно, надо будет, мне потом пойду, схожу туда подальше. Тоже в черте города, моего района. У меня раньше в садик дочка там ходила. Прямо по дороге. И там частный сектор. Там побольше. И в другом месте, где у нас там озеро, там тоже частный сектор. Там бывает красиво. В следующий раз пойду, покажу. А это я приближаюсь снова в магазин Netto. И там уже за поворотом будет мой дом.